Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем пятничный эфир. Настроение прекрасное, потому что совсем скоро мы окунемся в выходные. Сегодня 2 апреля, и в студии у нас уже новый гость, точнее гости. Я рада ее приветствовать. Это Ксения Балджи, SMM-специалист, руководитель Балджи Интернет Эдженси. Все правильно вот я сейчас сказала? Да, Балджи. Прекрасно. Какая фамилия прям? Тренируем английский язык активно. Да, мы сегодня вот о чем хотим с вами поговорить. Оказывается, еще буквально некоторое время назад никто не понимал, что лайк под каким-то постом может приносить деньги. Так ли это? Да, вы знаете, еще лет 10-15 назад, когда социальные сети только набирали обороты, и я и мои коллеги занимались там просто развлечениями, заводили свои аккаунты, пытались продвигать себя, не понимая, к чему это приведет, к тому, что на этом можно зарабатывать большие деньги. Еще в то время не было даже возможности помыслить, что появится такая профессия, SMM-специалист, что люди станут зарабатывать на соцсетях огромные деньги, что бизнес выйдет в соцсети, сделает это отдельным каналом продаж. И не то, что отдельным каналом продаж, у многих бизнесов это единственный канал продаж и огромный. Вот давайте мы, знаете, разберемся, кто такой вообще SMM-специалист. Да, что за зверь такой? Потому что многие даже не понимают, мне кажется, что это такое. Вот кассир, мы говорили, понятное дело. А SMM-специалист здесь... — это человек, который работает социальными сетями. То есть у каждого человека должна быть своя функция, он должен исполнять свои обязанности. Если мы говорим про бизнес, про любой бизнес, крупный, не крупный, неважно, если бизнес хочет работать социальными сетями и быть представлен в социальных сетях, он должен подходить к этому правильно. То есть у нас должна быть определенная маркетинговая кампания, мы должны выстраивать политику, мы должны заранее согласовывать тексты размещенные, мы должны работать с позиционированием, с тем, как будет аудитория нас воспринимать. И если бизнес это делает от случая к случаю и не придерживаясь определенной стратегии, то имидж будет страдать. Или его вообще не будет, или он будет негативный в глазах потребителя. То есть SMM-специалист, он выстраивает имидж компании, бренда, человека, любого, кто хочет быть представлен в социальных сетях. Плюс к этому занимается позиционированием, занимается работой с аудиторией. Очень много времени отдается именно контакту с аудиторией, потому что в социальных сетях, ну, как мы говорили, как вы говорили в эфире уже ранее, много негатива, много позитива, и всю эту информацию необходимо обрабатывать. Если мы ее оставляем без ответа, то у нас скопятся негативные потребители, люди просто уходят. И любой бизнес, если он хочет зарабатывать в социальных сетях, если он хочет использовать этот канал как привлечение денежных средств, то он должен быть представлен грамотно специалистом. А вообще, вот как происходит монетизация? Вот как это вот люди деньги зарабатывают? Канала, странички. Да. Смотрите, вопрос очень обширный. Давайте рассмотрим человека. Если человек хочет начинать зарабатывать на социальных сетях, на своих социальных сетях, можно выбрать несколько путей. Например, первый путь – это стать самостоятельным брендом. То есть берем какого-нибудь человека, ну вот вы вот говорили… Вот Анна Шамбадал, вот у нас вот отдельный бренд, да, человек, который занимается собственным продвижением. Давайте сейчас разберем меня. Прекрасно. Если так, Анна решит… решит для себя, что она хочет стать звездой Инстаграма, хочет заниматься конкретно этим направлением, соответственно, Анна понимает, что, во-первых, ей необходимо определить свою целевую аудиторию. То есть, говоря простым языком, это те люди, которые на Анну подписаны, хотят подписаться, те, которые будут ей интересоваться, будут ее контент поглощать. То это есть... одно из самых сложных, сразу вам скажу, определиться с целевой аудиторией. Это очень сложно. И это сложно и для человека, и для бизнеса очень сложно. Это нельзя сделать просто предположив, для этого проводится маркетинговое исследование, для этого проводят серьезную работу. Ну, если так сходу, не вникая, можно предположить, что кто будет интересоваться, например, вашей персоной. Это те, кто хочет, к примеру, как вариант, стать телеведущим. Ну да. Как это сделать? Какие к этому пути, как себя вести, что делать для того, чтобы эту мечту осуществить. Второй вариант, то, чем пользуются многие красивые молодые девушки. Как быть красивой, как сохранить фигуру, как завоевать сердце мужчины. То есть должно быть понимание боли аудитории, и все ваши взаимодействия с аудиторией должны именно вот эти боли решать. То есть если я буду брать эти темы, которые вы даже вот сейчас сходу накидали,
деле, то это и будет монетизация. Нет, это не привлечение аудитории, скорее да, всего. Да, это привлечение аудитории, ага. Это наращивание подписчиков, но это как один из путей. А монетизация ваша, да, она, в принципе, и сейчас уже может быть. Это если вы становитесь брендом, если вы говорите работодателям, что вы готовы, не работодателям, простите, если вы говорите бизнесу, что вы готовы с ними сотрудничать, то какие возможные пути? Путь первый. Вы начинаете, как любой канал, продавать у себя рекламу. Вы это делаете за деньги или по бартеру, уже там, как вы договоритесь. И даже если мы говорим сейчас, что у вас не миллионы подписчиков, а 7 тысяч, ваша целевая аудитория может быть настолько точечной и для какого-то бизнеса очень сильно важной, что к вам пойдут, и вы можете добиться очень хороших условий. Это один из вариантов. Вариант второй. Если вы продвигаете себя, развиваете свои социальные сети, но вы не хотите идти по пути рекламного контента, то вы можете создавать свой бизнес, свои товары, услуги и постепенно, работая с вашей аудиторией, продвигать этой же аудитории ваши товары или услуги. Вообще, за какой период времени реально взять и поднять свою страничку в топ, чтобы людям стало интересно? Прям в топ. Ну, так, чтобы это приносило какой-то чтобы доход. Чтобы это начало приносить доход. Вообще, каковы составляющие? Вот что нужно, чтобы действительно это уже стал коммерческий аккаунт практически? Смотрите, вы можете даже сейчас, сегодня, если вы сделаете свой аккаунт общедоступным, а вы скажете рекламодателям, что вы готовы к сотрудничеству, вы уже сегодня можете это сделать. Нет такого понимания, что нужно добиться 10 тысяч подписчиков, сделать это ровно за неделю, влить при этом кучу денег на рекламные бюджеты, потому что неделя – это очень маленький срок. У всех все очень индивидуально. Здесь, если вы открыты рынку, если вы говорите о том, что вы готовы сотрудничать, то к вам однозначно придут те люди, которые потенциально захотят у вас рекламироваться. Так, сейчас узнаем еще об актуальности, да, что больше привлекает внимание в интернете. Ну и как вообще этих всех подписчиков привлечь? Найти. Поговорим. На данный момент в Челябинске пробки 7 баллов. Если вы добираетесь на работу, выбирайте, пожалуйста, пути следования. Ну и сегодня днем будет очень тепло, но по сравнению с другими днями. Давайте узнаем, какой прогноз на день сегодняшний по Челябинской области дают наши синоптики. 2 апреля в Златоусте пасмурно. Днем температура воздуха будет плюс 8 градусов, ночью около 0. В Снежинске также пасмурно. В дневные часы ожидается плюс 7 градусов, в ночные плюс 2. В Магнитогорске ясно и солнечно, плюс 6 градусов днем, ночью прохладнее до минус 4. Ветер юго-западный. В Октябрьском пасмурно, температура воздуха днем ожидается плюс 4 градуса, ночью минус 2. В Троицке облачно с прояснениями. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 6 градусов, в ночные минус 1. В Челябинске 2 апреля будет пасмурно. Температура днем плюс 7 градусов, в ночные часы плюс 1. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Несмотря на то, что мы сегодня говорим про всемирную сеть, про интернет-пространство, про то, как там завести бизнес, да, что нужно делать, мы все-таки традиционно завтракаем в прямом эфире вместе с вами. Да, здоровое меню помогает нам начать этот день бодрыми, веселыми, ну и наполненными новой энергией. Киселем. Да. Итак, вообще, если заметить, то здоровое меню – это продукт для здорового питания. Меньше калорий, больше клетчатки, больше растительного белка, природные активаторы иммунитета бета-глюкана и даже омега-3 и 6. Здесь, в этой линейке, вы можете найти и кисели, и, конечно же, овсяные есть йогурты, каши, завтраки готовые, а также растительное масло и молоко. Да, ну а мы сегодня пробуем с большим удовольствием. Здоровое меню. Вот у меня сегодня кисель овсяный с малиной. Ну что ж, давайте узнаем, давайте каков попробуем, он. Да. Я по традиции уже второй раз взяла с черносливом. Мне уже очень понравилось. Складываются. Что уже? Пристрастия складываются. Да, вот уже есть. Для тех, кто следит за своими калориями, 60 калорий на 100 миллилитров. А здесь баночки 250. Легкий, прекрасный, свежий вкус, перекус. Приятно. Ну да. Что, у нас Ксения пока сидит и наблюдает за тем, как мы монетизируем наш эфир. Да. Да. Мы с вами продолжим разговор, и вот тема очень интересная, буквально через короткую паузу, потому что пришло время сделать это.
Новинка от Подовинки. Ого, теперь хватит на всех. Теперь хватит на всех. Вкусно, потому что подовиновская. Выдающийся художник, гений современности Никас Сафронов представляет новую, уникальную выставку «О чем молчат картины» в Челябинском музее изобразительных искусств, зал архитектора Александрова, площадь Революции 1. С 18 марта по 25 апреля выставка Никаса Сафронова в Челябинске. Пожар в жилом доме. При возникновении возгорания незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112. Оцените обстановку. Если пути эвакуации безопасны, покиньте здание. При задымлении в подъезде останьтесь в квартире. Плотно закройте и уплотните все двери. Если дым и огонь близко, выходите на балкон и подавайте сигналы о помощи. Спасатели рядом. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор! Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Первое. Деловое радио. 10 лет в Челябинске. Все новости за один час. Бизнес FM Челябинск. Спасибо, что вы 10 лет с нами. Быстрее. От немецкого плена. Вперед. Ну, говорят, там в Германии для немцев выплясывало. Я уж точно не хуже. И предрассудков. А что, мам? Я же им плохого-то не делал. Помнишь, как папка тебя учил? Не бояться, не бежать. Впервые на арене! До великой дрессировщицы. Маргарита Назарова. Смотрите с 5 апреля в 15.15 и 22.30 на ОТВ. Мы продолжаем наш эфир, и сегодня мы общаемся с Ксенией Балджи, это SMM-специалист, руководитель Балджи Интернет Agency. И мы хотели бы еще напомнить, что мы сегодня разыгрываем билеты пригласительные на грандиозное шоу Mirror of Enigma. Вопрос. 18% россиян в течение недели делают это в интернете. Мы хотим узнать, что. Ну и Ксении хотим задать вопрос. Ваше предположение. Предположу, что мониторят свои социальные сети, проверяют неотвеченные сообщения и отвечают на них, как вариант. Вот только что закончился наш конкурс, потому что Ксения абсолютно верно отгадала. А знаете, а почему бы и нет? Мы вам сейчас с удовольствием вручим эти билеты. Да, спасибо. Сходите на это шоу, но если вдруг у наших зрителей есть... Да вообще, рассказать про интернет какие-то интересные вещи, да? То мы тоже вам вручим, у нас есть билетики. Как изменил вашу жизнь интернет? Может быть, вы нашли какую-то помощь? Может быть, вы с кем-то познакомились? Если вы расскажете интересную историю, мы тоже вручим, у нас есть пригласительные билеты. В мини-театр, например, а также в манекен. Так что звоните, еще есть чем вас порадовать. А мы сейчас как раз поговорим с вами вот про что. Мы уже начали эту тему, да, как привлечь подписчиков к себе на страничку. Вот что же все-таки нужно сделать, чтобы ваш аккаунт был наполнен живыми подписчиками? Живыми. Это очень правильное уточнение. Для того, чтобы аккаунт был наполнен живыми подписчиками, необходимо быть интересным вашей аудитории. Мы немножечко коснулись того, как определить свою аудиторию. Постоянно необходимо взаимодействие. То есть вы не можете просто выкладывать один пост в неделю и ждать, что люди будут покорно ждать от вас дальнейших. Необходимы коллаборации. То есть очень хорошо, если у вас широкий круг общения, вы человек коммуникабельный и можете расширить свои знакомства. То есть, если есть люди, которые представляют интерес другой аудитории, необходимо с ними всегда сотрудничать. Даже если вам кажется, что у человека 500 подписчиков, и он достаточно мал, это ошибочно, это только на первый взгляд. Чем больше вы мелькаете в других аккаунтах, чем больше вы взаимодействуете с вашими потенциальными, с вашей потенциальной целевой аудиторией, тем лучше для вас. Чем больше этого будет взаимодействия, тем лучше. Это как один из моментов. Моментов, на самом деле, очень много. Как такой наиболее популярный, это хайпануть на чем-нибудь. То есть приобрести известность.
на чем-либо. Но нужно думать, кстати, в этот момент, потому что можно стать потом жертвой собственного хайпа и не выпрыгнуть из этого клише, которое к тебе навсегда прилипнет. Ну вот скажите, что можно сделать такого, чтобы привлечь прям интересы аудитории, хайп? Что, например? Хороший хайп. Да. Хороший? Ага. А-а-а. Ну то есть мы понимаем, что, конечно, если сейчас там мы что-то провокационное сделаем, ну прям откровенно провокационное, то окей, там все это посмотрят. Ну это на какой-то период времени, видимо. Это же на какой-то период, да. Вот, допустим, Ксения Собчак, ведь она же, несмотря на то, что уже и вуз закончила, и кучу фильмов сделала, но воспринимает ее до сих пор как ведущую «Дома-2», скандальную девицу, и ей очень трудно уйти от этого вот своего образа. Да. Ну, насколько мы видим по деятельности Ксении, она не особо старается. То есть она делает очень скандальные вещи. Брать ее последнее интервью, думаю, все знают про этого маньяка. Да, то есть говорить о том, что она пытается себе создать новый имидж, наверное, не совсем корректно. Она, мне кажется, поймала свою волну и старается при этом показаться очень интеллигентным, умным человеком. Но волну она свою держит, потому что это дает ей основной поток аудитории, той аудитории, которая... Ей удобно, в общем. Удобно. Да. Это определенная монетизация работодателя. Датель идет к ней для именно этой аудитории. Но у Ксении есть вот эта вот подушка, да, «Дом-2», и многие, кстати, на ней уже раскрутились. Что делать человеку, который находится в регионе, у которого нет особо там какого-то проекта, в котором он принимает участие, но он хочет взять и раскрутиться? Вот многие сейчас занимаются там, например, кулинарией, да, и делают какие-то тортики, и начинают выкладывать в соцсети такие видео. Я сегодня приобрела там эта пенка, вот она только вот здесь продается, и, как сказали мне мои СМ, помощники, они говорят, что нужно вот это делать. Там такой пласт историй записывается. Вот. Это вообще рентабельно или нет для раскрутки? Рентабельно все. Пока у вас не кончатся деньги, пока у вас не начнут приходить к вам новые работодатели, все будет рентабельно. Если мы говорим о том, как же взять эту животрепещущую тему, как же поймать этот контент, который будет находить отклик. Мы живем сейчас в мире информационных технологий, у нас все очень быстро меняется, каждую секунду. И если вы хотите зацепить чем-то вашу аудиторию, вам необходимо понять, что на сегодняшний день имеет отклик. Тот же самый маньяк. Очень много появилось блогеров, которые сделали про него отдельное интервью, взяли интервью у девочек. Соответственно, они таким образом немножечко раскрутились. То же самое, если вы берете все актуальные темы, освещаете их быстро, оперативно, очень качественно, если вы это делаете регулярно, с течением времени у вас, к вам придут новые подписчики, у вас приобретется определенная известность. Ну, то есть это уже практически журналистика, ведь верно, да? А мы продолжим эту тему. Сейчас поговорим с вами о тех людях, которые, несмотря на свой возраст, все-таки дошли до интернета и осваивают интернет-пространство. Чем занимаются пенсионеры в интернете? А можно сейчас перечислить, что входит в мессенджеры? Мессенджерами являются WhatsApp, Viber и Telegram. То, что глобальная сеть захватила весь мир, неоспоримый факт. Сейчас все сферы жизни так или иначе переходят в онлайн. С помощью интернета можно и коммунальные услуги оплатить, и к врачу записаться. Погрузиться в мир технологий людям, которые не относятся к поколению Next, помогают так называемые народные университеты. Мы изучаем, как пользоваться мессенджерами, то есть WhatsApp, Viber, электронной почтой, как пользоваться Zoom, как к нему подключаться к конференциям. Галина Золотухина теперь уже активный пользователь интернета. Еще некоторое время назад она им не интересовалась вовсе. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Долгий режим самоизоляции дал понять. Всемирную сеть пора осваивать. Мы все сидели дома, и, конечно, это наводило на нас такую тоску, обиду. И поэтому мы подписались, пошли вот с приятельницей на курсы. Включаем звук. Все, можете общаться. Ну вот, мы снова на связи. Ой, снова здравствуйте. И снова здравствуйте. Очень рада вас видеть в эфире. Взаимно. Оставаться на связи с друзьями и близкими даже на расстоянии. Это, пожалуй, главная причина, по которой пожилые люди записываются на курсы компьютерной грамотности. А еще современному пенсионеру просто необходимо освоить порталы, предоставляющие госуслуги и справочную информацию онлайн. Талон не надо никуда-то ходить, допустим, в пенсионный фонд. Раньше можно было записываться, звонишь по телефону, сидишь, но минут 40 или час, чтобы тебя только подключили, а после этого
ты еще ждешь, когда ты будешь разговаривать, а здесь сразу пришла, все у тебя без проблем. Такие курсы работают при обществе знания уже больше 5 лет. И самое главное, погрузиться в онлайн-жизнь бабушки и дедушки могут совершенно бесплатно. Мария Исакова, Павел Головин, ОТВ. Но у нас еще тоже пару вопросов. Ксении, расскажите, пожалуйста, а вот накрутка голосов, раньше она была актуальна очень, сейчас имеет это вообще или нет какую-то рентабельность? Рентабельности это не имеет, и более того, количество подписчиков ваших не имеет особого значения. Единственное, это вопрос тщеславия, но все-таки бизнес в социальных сетях, он существует для того, чтобы налаживать именно канал для продаж. Соответственно, важно не количество подписчиков, а их качество, чтобы целевая аудитория была горячей, чтобы она покупала. Но сейчас вроде как даже и блокируют такие, да, аккаунты. Да, могут заблокировать. А давайте про негатив еще поговорим. Вот стоит ли на негативную реакцию в интернете реагировать и как-то отвечать? Обязательно стоит. Любой негативный комментарий – это сигнал к тому, что бизнес терпит какие-то убытки. И когда мы прорабатываем хорошо негативный комментарий, когда мы понимаем, чем именно недоволен наш клиент, соответственно, мы начинаем расти, бизнес начинает модернизироваться и, конечно же, увеличивает свою прибыль, становится лучше, растет. Это только на пользу. Мы благодарим вас за то, что пришли в эту студию. Такая тема, которую невозможно обсудить даже за те полчаса, которые нам выделены эфиром. Но, Аня, представляете? Ксения Балджи, СММ-специалист, руководитель Балджи Интернет Агентси, сегодня была у нас в студии. Мы ее благодарим. Обязательно еще вернемся к этой теме. Большое спасибо. Увидимся на ОТВ через 2 минуты. Да.